Ребята, иду расчищать участок под клубничку. Короче, еще думала, за огородом, не за огородом. А мне пишут, Юля, неудобно за огородом, вернее, на огороде сажать клубнику, потому что потом понтоблочить, перепахивать огород неудобно будет. Поэтому будем здесь, за вот этой сеткой. Вот, но здесь я нашла эти корни. Так, сейчас закроюсь. Жук, тебе нельзя сюда. Корни этого, вот этих, видите, выкапываем. Зачем тут кукуруза росла? Не знаю. Здесь я уже вон некоторые, вот видите, выкопала. И вот она тоже идет. Вот. Вот это все буду сейчас выкапывать. Тут уже нету. Нифига себе кукурузка, а? Вот она. Копаем. Конкретная. У нас на даче не такая кукуруза была. Не с такими корнями. Нифига себе. Ком земли какой. В сторону. Короче, обрабатываю участок. И вот здесь вот, ребята, смотрю, короче, я опять перчатки не одела. Вот тут была лунка, тут клубники не было. Вот лунка, клубники нет. Вот здесь вот клубника есть, видите? Сейчас я все это... Вот здесь клубники нет. Вот здесь клубники нет. Буду просто так вот досаживать. Вот тут есть, видите? И как раз просыпаю ее, уберу бурьян, приведу в порядок. О, смотрите. И вот, видите? Растет тоже эта фигня. Тоже убрать. Так, здесь клубники нет, видите? И здесь нет. Тут нет клубники. И здесь нет. И здесь нет, а здесь есть. И там есть. И здесь есть. И здесь. Ну, короче, где нету, там буду досаживать. Сейчас я тогда расчищаю этот участок. Привожу в порядок, убираю бурьян. Надо спушить все это сапой. И нормально будет. Ну, здесь нефиг что делать, ребятки. Сейчас я отпушу и сюда приведу. И все. Все, ребята. Сетка есть. Вот он, жук бегает. Сюда он не пробежит. Молодец, сетку сделал, да? Да, и вынес то, что было там. А, спасибо. Папка, а мне принесешь пару ведер водычки? Конечно. Я сейчас буду клубничку. Конечно, принесу. Сажать. Вон, смотрите, сколько бурьяна. Она выкапывала, короче, эти. Дырявая, блин.
сидеть. Только совсем по чуть-чуть. Ну, говори. Ох, это даже много. Хорош. Еще земля влажная. Хорош, хорош. Это много ты льешь. Да? Да, много. Все, вот ливанул и все, и дальше пошел. Оп, все. А да. Что так мало? Да достаточно. Что ж там клубничка, они ж маленькие совсем эти. Горешочечки. Сюда тоже? Да, вот эту тоже поливать. Вот эту. Угу. Хорош, хорош. Вот сюда лей. Вот сюда. Это я сюда новые посажу. И вот тут две. Вот. И вот. И вот. Вот. Еще. Так, жук, не смей воровать мне. Ты посмотри, он сзади заходит. Ворует. Ага. Он потому и жук. Не зря его назвали. Еще раз. Повторюсь. Ага. Хорошо, вон сзади. Аккуратно. Угу. Хорош. Так, здесь, да? Да, тоже. Да, там тоже клубничка маленькая. Хорош? И вот тут в лунке. Ну, тут есть клубничка, видишь? Угу. Оп, ты топишь. Прикольно. Наверное, не хватит. Ну, я еще принесу еще. И вон у сыря. Вот, под забором. Угу. Чуть-чуть тебе не хватит воды. А может и хватит, то по чуть-чуть совсем. Еще две. А, и третья вон клубничка. Ага. Так. Все. Павка, спасибо. А, и вот одну пропустили. Есть еще? Да. Вот она торчит. Ага. Видишь? О, четко. Все. Нигде не пропустили? Да вроде нет. Да я могу еще принести. Все, все. Нигде не пропустили. Сейчас посмотрим, поместится или нет, ребята. Вот такое расстояние примерно сделала. Что не срывает от нас. Чеснок, да. Вот, где осталось, видно. Вот осталось, вот осталось. А туда сажаю. Раз. Ну, сейчас оно залито, не видно. Короче, вот он ящик. Сейчас буду сажать. Я знаю, что клубнику я еще садовод тот, огородник вернее. Я знаю, что ее заглублять не это самое, не надо. Сейчас я буду... О, она мокренькая. Буду развеять. Ком земли мокрый. Вот, листочек отлетел. И вот так вот сажать, не заглубляя вот это вот, вот это по сердечко, короче. Вот такие вот кустики буду сажать. Если не хватит этих луночек, то я, так, у меня зелень вот здесь заканчивается, то я буду заполнять вот этот еще пространство. Здесь еще штучек 5-6 вместится, да, так в бок. Сильно под дерево не хочу уходить, но в принципе вот туда еще можно один продлить, парочку, да? Да. На всякий случай, ну если надо будет, потом я скажу. Да, я принесу, да. Можно одно принести, можно один туда еще или два. Ну сильно под дерево тоже неохота заходить, потому что солнышко клубники надо. Вот и здесь все. Да, или вот тут еще можно. Нет, по одному, да. И все, нормалек. Ребят, начну я с этой королевы Елизаветы. Боже, спасибо вам большое за клубнику. Так, шо? Не по одному надо, а по это. Ой, вернее, не по два, а по одному. Я вот так вот сейчас разложу. Мы посмотрим, сколько тут. Три. Вот маленький такой. Четыре. И пошли, поехали. О, папка, хорошо, что ты принес две эти самые. Потому что сейчас еще лунки делаю. Мне не хватает. Сейчас я поделаю, а потом так, сюда я залью. Да. А, все, спасибо большое. Но ведро протекает, прям еще да? Струйка. Блин, да. Надо ведер купить. У нас получается одно ведро и одно маленькое под мусором. У нас одно ведро на хозяйстве. Да, да. Я в шоке. Это ерунда, да. Надо ну, еще куда мы с одним ведром? Парочку. Так, да. А что здесь? А, ну давай делай. Вот тут вот еще одно. Видишь, вон три. Угу. И тут еще. Да, чуть-чуть только. Угу. Хорош, хорош. Это королева Елизавета сюда пойдет. Два прикольно. Кустика. Сейчас я положу. Угу. Вот один. А потом я еще не прикапывала. И второй.
Ой, я запуталась. Раз, два, три, четыре, пять. Да? Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ну, поливай. Сейчас посмотрим. Я думаю, что там больше 11 будет второго сорта. Ой, спасибо вам большое за клубнику. Прям так да, много. Да, прикольно. Будет своя клубника. Ну. Но она, я так понимаю, что не в этом году, наверное, будет, да? А это может и в этом. Ягодки. Может, пару пустит в этом, да? Ну да. Так, а второй сорт, ребята, у нас второй сорт. Читаем. Клери, короче. Так. Мне кажется, здесь еще больше, ребята. Сильно близко, да. Или здесь этот сам, нет, здесь идет ряд петрушки. Да пускай будет. Да, петрушки, жалко. Ты жалко, видишь, как конечно. Я не продумана. И не помечено, где он заканчивается, понимаешь, где я? Где я, где я? Ну, тут, по-моему, есть ряд, мне кажется, да? Угу. Он, блин, а? Давай вот так вот, два ряда. Что там, репку тянешь? Да. Нифига смотри, себе. Какая. Она тяжеленная. Да. Ее порезать вот сюда. Ну, папка, это когда купим мы этот самый электро- или бензопилу, тогда конечно, и да. Попилим ее, ну. Ой! Ой! Вот так вот, да? Вот да, это. Все, пусть лежит. Чтобы не мешало. А ты тележка сюда не заедешь? Тележка не заходит, абсолютно. Все, я лопатой перенесу. Да ну, долго будешь, наверное. Ну ладно. И как раз вот эти корни тоже. Порядок с вот руками это. Нечего носить. Да. Молодец. Я этот самый, тогда тяпочка делаю луночки. Ребята, готово. Слушайте, руки. Чего перчатки не одеть, не знаю. Все, в общем, у меня с этой клубникой, которую прислали, и с той, что была, я посчитала 51. По-моему, предостаточно, ребята. 51 кустик. Ну, эти вода оставалась, то я полила. Ну, сверху уже не надо, я завтра лучше полью, потому что там внутри достаточно этот самый воды. Все. О, боже. Он сейчас камеру собьет. Посмотри, что делает. Посмотри. Посмотри, метеор, бешенство наступило. Вот, ты видел, пробежал мимо да. Камеры прям? Да. Вот надо было калитку там закрыть, чтобы он сюда не бегал. Посмотри, что чудит. Погляди. Это он от радости, ему весело. Да, что мы смотри. Тут рядом? Круги нарезаем. Угу. Давайте надо побегать. Ты что делаешь? Сейчас надо открывать. О, видишь, она, там есть же асфальт, да? Но. Бетон. Жук. Капец. Наяривает. Жук. А ему лишь бы, чтобы внимание на него обратили. Да. Все, устал? Ложись, отдыхай. Ну, конечно, она ж, это ж без мусора, это ж просто земля. Вот. Ну все, она притопчется, тут же трава, семена. Да. Все. Я эту веником прям сметаю туда куда-то или сюда же прямо. Ребята, пока лопата под руками, все-таки решили мы вот эту вот... Стеклышко. О, стекло положи на стол. Вот эту вот грябчик этого пересадить, потому что мы раз зацепили, два зацепили, уже кусочек отломался. Этот самый, ну, вроде как не советуют пересаживать, когда он еще не зацвел. Ну, ничего, рискнем, у нас их много. Попробуем с комом земли перетянуть, пересадить, потому что, ну, там лавочка стоит, он этот самый. Мешает. Да, мешает, ломается. Ну, мы сейчас сюда, тут уже есть вот. Эти тоже вот тут прям, этот просится отсадиться, вот этот вот. Ну, потом уже отцветет и будет там третий. Я надеюсь, у него корни не сильно глубокие. Смотри, так эти ребята. Этот посадить? Отдельно, просто один. Да. А, ты хочешь его разделить сразу?
постарайся, чтобы камни не попадали, они такие. Да. Земля хорошая. Вон эти самые. Червячки? Вот, червячки, да. Да, червячков тут много. Давай, классно, они рыхлят землю. И теперь там разровняем, и будет нормально. Этот самый, я его, сейчас у меня вода есть, я его полью, чтобы он этот самый не был в шоке, потому что он сразу голову наклонил уже. А тут разровняем, и все, нормально теперь будет лавочка. Ни розы нет здесь, только пионы. Ну, те пионы уже пускай будут, конечно. Ну, нормально. Можно оттуда чуть земли взять, если не хватает. Да, да, сейчас. Вот, все, потопчи, потопчи. Ну, отлично. Дошли. Мамка готовит. Да. Мы сегодня салатик поедим, да, мамка? Да. Ребята, я здесь в куртке и шапке, потому что здесь холодно. Печка топит там, шторка закрыта, и здесь почти как на улице. Не, ну здесь теплее, мамочка. Не, ну теплее, чем на улице, да, конечно. Да. Костик ждет, он сидит. Что-то упадет. Блин, я привыкла к тем, у меня в квартире ножи, а здесь прям неудобно. Наточить? Не, они у меня точеные. Я их дома с нашей точилкой, что мы летом купили. Так удобно, я их наточила. Делаем салат, капусту добавляем. Вот так хватит. Капуста будет. Сюда же мы нарезаем редиску. Вот. И огуречек. И вон какую-то зеленуху там есть, да, кстати? Угу. Лук зеленый, по-моему. Да. Лук, укроп. Вон огурчик. Горький перец нужно нарезать. Нет уж. Так его будешь прикуску. И у нас будут это. Просто, ребята, бутерброды. Бутерброды, чай. Кто бы сомневался, да? Что, салат делаем с майонезом? Ну, конечно. Не хочешь с майонезом, да? Да ладно, пойдет. Нормально. Я поем. Я так есть хочу. Я устала. Я почти не спала. А я когда устану, мне надо подзаправиться. А заправляется Юля исключительно едой. Понимаете? И я так хочу есть, как с голодного края. Так, я ставлю чайник, мамка. Да, да, давай. Ребята, две подушечки мы поставили здесь. Они, одна сторона темная, видите, другая светлая. Мы решили светлое поставить. Две подушки здесь. Вот, Сергей сказал, что он будет на этих своих медведях сидеть. Вот это Леночки на кровати, будет можно сесть, облокотиться. И две подушки поставили вот здесь, чтобы можно было тут сесть. Таким образом, вот, садимся, и все, и нормально, хоть есть спинка. Классно, спасибо большое за подарок. Подушки будут служить долго, я думаю. И отлично. Так, сейчас Сергей руки помоет. Костик, аккуратно тут. Что у нас из еды, ребята? Смотрим, да? Бутербродики, салатик вот я сделала, редиска, огурец, укроп, зеленый лук и молодая капуста. Это зеленуха, это бабушкины бутерброды у нас остались, они уж позасыхали. И что-то корейская какая-то штучка. И я себе налила чуть больше полстакана пива. Хочу, вот нашла рыбку в холодильнике. Это хамса. Зачем я себе два бутерброда сделала? Я забыла, что пивасик есть. Я бы один бутерброд и все. Ну ничего, можно в пакетик завести, завернуть, да домой завести. Хочу вот эту рыбку. Вот эту рыбку и с пивком, и все. Я буду счастлива. Чисто. Присаживаемся. Вот наш стол. Всем нам приятного аппетита. А я себе, видишь, что налила? Вспомнила. Что это? Пиво? Пиво, да. Ты думала, решила комфорт ударить по пиву, да, мамка? Да, немножко. А я рыбу увидела, потом вспомнила за пиво. Все, ребята, перекус плотненький, офигенный. Всем приятного аппетита. Приятного аппетита, ребята. Та-дам, ребятки, у нас ужин. Та-дам, видите, как только на даче пообедали, уже и дома ужин. Мы так наелись там плотненько, нас развезло, мы уже забыли за камеру, за все на свете. Короче, прилегли минут 15, полежали и поехали до дому. Вот. Дома переделали кучу дел, и у нас ужин сегодня даже в 11:30. В 11:30, молодцы. Что у нас? Суп. Рассольник доедаем по тарелочке, сало у нас засолилось, колбаска, хлеб,
горчичка. Все очень вкусненько и аппетитненько. Ребята. Маленькая собачка. Все, приходите к нам завтра. Не забывайте поставить лайк. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Пока-пока, ребята. Пошли, надо видео там выложить. Да, пошли.